Более 1000 верующих приняли участие в работе конференции «Иисус для твоего города». Подробнее в репортаже наших корреспондентов. 13 октября Объединение церквей «Дом хлеба» провело в городе Кривой Рог конференцию «Иисус для твоего города». Спикерами конференции выступили Григораш Валерий, епископ Объединения церквей «Дом хлеба», и Уруймагов Вадим, библейский учитель и консультант по семейным вопросам. В первой части конференции было служение духовного прорыва, которое посетило около 1000 прихожан. Оно было посвящено молитве и поклонению. Епископ Объединения провел молитву ходатайства о городах, а также призвал присутствующих к активной евангелизации. Друзья, ходатай – это тот, кто всегда заступается за народ. Ходатай – это тот, кто говорит Богу: не смотри на грехи. Это не тот, кто показывает грехи, это тот, кто говорит: не смотри на грехи. Он отметил также, что это первое молитвенное служение такого масштаба, которое происходит в Кривом Роге. Пастор церкви «Знамя любви» Олег Иванов повел объединение в духовном сражении против сил тьмы. Заместитель епископа, пастор церкви «Восстановление» Игорь Осипов молился о распространении Божьего видения. Во второй части конференции состоялось служение чудес, на которое мог прийти каждый желающий, чтобы получить свое чудо от Бога. В 16:00 в зале, где проводилась конференция, собралось около 1700 человек. После выступления хора объединения и совместной команды прославления епископ объединения Григораш Валерий обратился к собравшимся с простым посланием о том, что Бог продолжает делать свои чудеса. 18 лет назад я не мог 3 дня продержаться, чтобы не пить. Но уже 18 лет я не выпил ни грамма спиртного. После того, как я встретился с Иисусом. Потому что 18 лет назад наш старший сын постоянно попадал в больницу с приступами удушья, астмы. И в этом году, этой зимой будет 18 лет, как у него нет ни одного приступа. Он сейчас где-то здесь, в этом зале. После короткой общей молитвы несколько человек засвидетельствовали об исчезновении боли в сердце и исцелении суставов. Вадим Уруймагов обратился к собранию с посланием о том, что самым главным чудом в жизни является внутреннее исцеление и личная встреча с Богом. После проповеди всех желающих получить исцеление пригласили для молитвы с возложением рук. В результате конференции около 400 человек молились молитвой покаяния, из них 189 заполнили анкету новообращенного. Конференция имеет огромное значение как для Кривого Рога, так и для окружающих сел, и я верю, что для всей Днепропетровской области и для всей Украины. Я убежден, мое глубокое убеждение в том, что атмосфера духовная изменится кардинальным образом в наших городах, в наших церквях, в наших семьях после этой конференции.